Какая друзья, говорит. Какая красота, друзья, посмотрите. Это же просто красотища, как в сказке. Еду работать на океан. Так, главное, чтобы меня копы не обогнали, потому что я за рулем снимаю. Еду в сторону океана, и получается горы, горы за облаками сейчас немного. Вот как раз через гору проезжаю в туннеле. Вот, и здесь прям вот такенные виды. Я просто обожаю ездить на работу, когда вот работа начинается с таких моментов.